Всем привет, мои хорошие! В этом видео я вам покажу создание шедевра ирисы Ван Гога. Мне пришел заказ от моей хорошей подружки, чтобы я в подарок для ее юристов написала такую вот картину ирисы Ван Гога. Когда я ее открыла и увидела, если честно, я хотела сразу отказаться. Во-первых, это не мой стиль. Во-вторых, она трудоемкая, много очень деталей, которые нужно прорисовывать. И я, если честно, не знала, за что тут сначала браться. Да, очень много всего и трудоемкая такая картина. Но после долгих ее упрашиваний я таки согласилась. И в процессе, что вы думаете, мне понравилось. Мне понравилось то, что у меня получалось. То, что у меня это получается, и она действительно становится такой красивой. Мне и стиль уже этот симпатичен стал. И в итоге я бы себе бы тоже такую картину бы повесила. Так что вы в процессе увидите, с чего я начинала. А это перенесение эскиза, да, вот эти листочки, цветочки, потом нанесение контура сначала. Ну, в процессе видео вы увидите. В принципе, результатом я довольна, забегая наперед. Картина получилась действительно красивая, достойная. Моей подружке очень понравилось. И понравилось, естественно, юристам, которым она подарила. Так что приятного просмотра!